Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. Ну что, хотели найти два последних раритета? Сегодня я расскажу вам, как это сделать. А также расскажу, как пройти новый Фарзафон, который продлится с 30 марта по 6 апреля. Ну что, поехали! И за первое испытание можно получить 100 тысяч кредитов. Для его выполнения вам потребуется продемонстрировать технику «Нежное касание» 5 раз. Ну а для выполнения этой техники вам нужно в дрифте задеть либо бордюр, либо стену. При этом бордюр должен быть неразрушаем. За второе испытание можно получить 3 призовых игры. А для его выполнения вам необходимо продемонстрировать идеальную технику «Воздух» 25 раз. Идеальная техника отличается от обычной длительностью полета. Поэтому постарайтесь прыгать дальше и выше. За третье испытание можно получить координаты раритета и 55 тысяч кредитов. Ну а для выполнения испытания вам необходимо продемонстрировать технику в последний момент 10 раз. Ну а чтобы ее выполнить, вам необходимо в дрифте уворачиваться от проезжающих автомобилей. Главное условие не врезаться. За последнее испытание можно получить координаты второго раритета и 35 тысяч опыта. Для его выполнения вам потребуется продемонстрировать технику кенгуру 20 раз. Ну а для выполнения этой техники вам нужно распрыгать свой автомобиль. Хорошо подойдет местность с маленькими холмами. Ну а после выполнения двух последних испытаний вы получите координаты двух раритетов. Первый будет находиться неподалеку от гонки. Нужно будет съехать с трассы и проехать перпендикулярно этой гонке. Ну а ко второму даже есть своя дорога. Ну а внутри вас ждет AMC Pacer X 77 года. И Porsche 356A Speedster 57 года. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новый Фарзафон, который стартует 6 апреля. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий.